Замешательство и трепет испытали посетители одного из супермаркетов в городе Коломна, когда пришли за покупками. Между полками с колбасой и сырами интенсивно сновали дрожащие, обнаженные люди и хватали с прилавков продукты. Это были добровольцы, поддавшиеся на уговор администрации магазина раздеться и взять все, что смогут унести без сумок и тележек. О том, кого и куда привел этот маркетинговый ход, Александр Бузаладзе. Конечно, за последние лет 17-18 жители Коломны повидали много различных рекламных акций, но такого в их древнем городе еще не было. Администрация одного из местных сетевых гипермаркетов предложила интересную игру – бесплатное продовольствие в обмен на раздевание. Акция так и называлась – «Голым приходи, все выноси». Всем желающим поучаствовать приходилось раздеваться прямо у входа в супермаркет. Главное условие – никаких сумок. И чтобы вынести побольше, участники мероприятия в качестве поклажи использовали физическую особенность нижнего белья – к растягиванию. Хорошо помещались печенье и шоколад. Тяжелее переносилась тушенка и торт-мороженое. Даня, ты выдерживаешь? Ты выдерживаешь? Но эти трудности были ничем по сравнению с тем удовольствием, которое получил всяк, вошедший в супермаркет. Одни развлеклись, другие бесплатно отоварились. Это веселое видео в интернете увидела вся страна. Но это никуда не годится. Это к чему такое? Что это за концерты такие? Унизили народ по самые некуда, опустили ниже плинтуса. И этого нет ни в одном государстве. Чтоб так обращаться с людьми, раздеть догола, на тебе подачку. На следующий день оскорбленными себя почувствовала добрая половина жителей Коломны. Правда, мнения по поводу этичности акции разделились. Люди зрелого возраста негодовали. Молодежь жалела, что не попала на акцию. Ну а что такого? На пляж все ходят в купальниках. Куда вы складывали все? Куда? В руках. Трусы, куда, я не знаю. На рекламную выходку сетевика болезненно отреагировали в администрации города. Говорят, что узнали об акции последними. Это несмотря на то, что вся Коломна была в рекламных плакатах, а администрация находится всего в двух остановках от торгового центра. Замглавы Ольга Жарова лично пришла в супермаркет, чтобы разобраться в правомерности ситуации. Не хочу говорить, что там по закону. Мы, по крайней мере, не нашли никакой зацепки. Нам нужен явный очевидец этой акции, на которого как-то подействовало проведение этой акции. Но мы, к великому сожалению, на сегодняшний день таких людей не нашли. Правда, потом по электронной почте руководство торговой компании прислало официальные извинения за неудачную промо-акцию. Компания Spar Moscow Region, рассмотрев многочисленные отзывы об акции «Голым приходи, все выноси», признает ошибки. «Мы приносим свои извинения всем жителям Коломны, которым акция не понравилась, и в будущем будем более тщательно подходить к планированию подобных акций». Говорят, что прокуратура города завалена заявлениями граждан с просьбой разобраться с унизительными для горожан действиями ритейлера. Увидев себя в обнаженном виде в интернете, клиенты поняли, что стали жертвой пиар-мейкеров. Правда, никто из обиженных и оскорбленных назад товар не приносил. Александр Бузаладзе, Александр Иванюк, Тимофей Раевский. Вести из Коломны.